Финал конкурса «Воспитатель года Северского района» прошел в Центре творчества станицы Северской. На мероприятии присутствовали конкурсанты, члены жюри, сотрудники и руководители детских садов района, представители управления образования. Для всех участников и гостей праздника подготовили яркие танцевальные номера. В этом году за право называться лучшим воспитателем Северского района боролись 5 участниц из разных дошкольных учреждений муниципалитета. По итогам всех испытаний победительницей стала Екатерина Красноярова, учитель-дефектолог Северского детсада номер 4 станицы Северской. Я, конечно, очень довольна тем, что мы поучаствовали, тем, что мы даже не столько, что победили, а именно тем, что мы поучаствовали, что я теперь знаю, что это такое. У меня теперь есть шанс узнать, что такое следующий этап. Это очень интересный опыт в жизни. Я надеюсь, что он мне пригодится, безусловно, моей профессиональной деятельности. Хотела бы, безусловно, поблагодарить моих коллег, мое руководство, которые верили в меня, поддерживали, помогали всячески. Также на мероприятии чествовали почетного работника общего образования Российской Федерации Аллу Базылеву, которая после 50 лет работы в дошкольном образовании решила уйти на заслуженный отдых.